Смотрите, канал улицы Москвы. Вот у нас труба Некрасовского сжигательного завода. И в этом выпуске мы побываем в деревне Руднево. На улице Пехорская. Улица так названа по реке Пехорка, которая здесь протекает в окрестностях. Ну и по данной улице также числится Некрасовский мусоросжигательный завод. Но здесь вот севернее его совсем нетронутая природа. Леса да поля. Да, правда, запах тут специфический, конечно. Сюда даже в эту деревню не ходит автобус. Вот представьте себе. Туда район Косиново-Томский и район Кожухово. Ну, посмотрим, что тут у нас за деревня Руднево. Деревня входит в состав Восточного административного округа района Косино-Ухтомский. Ну, представляет собой настоящую московскую деревню. Правда, за пределами МКАД. То бишь Московской кольцевой автомобильной дороги. Блин, представляю, что возможно скоро и здесь будет все застроено. Если это, конечно, не особо охраняемая природная территория. Да, почему-то мусоросжигательный завод Некрасовский числится именно по этой улице, по улице Пехорской, дом 1А. Хотя, фактически, он находится на улице Кожуховская горка. И улица Кожуховская горка, это вроде бы как уже ЮВАО. Не разберешь без 100 грамм, какой АО. Да, Юго-Восточный административный округ, микрорайон Люберецкие поля. А нет, сам завод находится все-таки на территории Косино-Ухтомского района. Там по проектируемому проезду идет граница, так что вот такой факт. Ну а здесь вот царит настоящая деревенская жизнь. Тут асфальт, правда, на дороге. Единственное, что такие красивые домики. Вот испортили же им, да? Построили, взяли мусоросжигательный завод прямо под носом. Это территория природно-исторического парка Косинский. Разные дома есть тоже. И в Руднево. Да, деревни такие, как Кожухово, Руднево, они тоже входят в состав Косино-Ухтомского района. Вот, так что завод находится на территории Косино-Ухтомского. Так, сейчас мы, ну, собственно, протекает река Рудневка, которая, в свою очередь, впадает в реку Чичора, и только река Чичора впадает в Пехорку. Вот так вот. Ну, спустимся здесь к речке, посмотрим, что да как. Тихо, спокойно. Собственно, вот Пехорка.
Пахорская улица, получается, здесь по южной части проходит, и мы двигаем сейчас на север. Вот такое вот Руднево в районе Косиново-Томский. Река Рудневка. Совсем небольшой ручеек. Есть улица Рудневка, мы тоже на ней были. К станции метро Лухмановская.